77-го капитализация департамента упала на целых 17%. Обидно, все так хорошо начиналось. В 2076-м ее, наконец, приватизировали. Был объявлен амбициозный план реструктуризации. Постепенная замена служащих дронами. 5 евро-долларов за минуту для звонящих на горячую линию. Тесное сотрудничество с частными тюрьмами. Но под конец года оказалось, что дыра в бюджете полиции ничуть не уменьшилась. Администрация города абсолютно серьезно рассматривает вопрос о распуске полиции. Это решение лоббирует представители индустрии корпоративной безопасности. И знаете что, друзья? Я только за. Как говорится, старого пса новым трюком не научишь. Увы, полицейские морально устарели. Они не видят, что выгода — это путь к успеху. Если реально хотите чувствовать себя защищенными, купите страховой пакет Афуда от Arasaki. Воспользуйтесь предложением. Только сегодня всего 100 тысяч евро-долларов за год. Ваша безопасность стоит больше. Будьте умнее, дорогие друзья, и не станете беднее. С вами была программа «Ваше дело – это мое дело». До новых встреч!